Правоохранители официально прокомментировали задержание трех подозреваемых в похищении и вымогательстве, которое произошло в среду днем в Запорожье на набережной магистрали. В милиции утверждают, 15 октября в Днепропетровске трое неизвестных затолкали в машину одного из местных бизнесменов и скрылись. Затем позвонили его жене и потребовали выкуп в 50 тысяч долларов. Женщина обратилась в УБОП. Его сотрудники и задерживали злоумышленников. Заложник находился в их машине. По данному факту, следственный отдел Октябрьского райотдела Днепропетровского горуправления милиции начал досудебное расследование.